Комфортно и бесплатно. В преддверии государственного праздника Дня независимости Республики Беларусь граждане могли обратиться с волнующими их вопросами в любую нотариальную контору или бюро города Бреста. Такие встречи нотариусы проводят несколько раз в год, и каждая приурочена к важному событию в жизни страны. Специалисты, представляющие разные отрасли права, адвокаты и нотариусы, судебные исполнители и представители социальной защиты, помогали брестчанам комплексно разобраться в сложности. Вопросах. Но прежде чем приступить к акции, по традиции нотариусы почтили память погибших солдат и возложили цветы к памятнику освобождения города Бреста, установленному в 1965 году в честь Первого Белорусского фронта, войска которого освободили Брест в 1944 году. Возложение в канун такого большого праздника, важного для нашей страны, проходит акция. И нами было принято решение, что мы тоже почтим память павших, погибших. В год исторической памяти это очень важно, отмечать эти даты. Хотя эти даты мы всегда отмечали проведением акций, но для такого знакового года много делается, посещается памятных мест. И с этим связано вот это наше мероприятие. Оформление наследственных прав, составление завещаний и брачных договоров, отчуждение недвижимости и совершение исполнительных надписей. Для многих граждан вопрос правильного оформления этих документов уже не стоит. Все чаще брестчане используют возможность бесплатного консультирования, чтобы разобраться с нестандартной проблемой. И с каждым годом такая акция становится все актуальнее. Ведь это очень быстро и удобно, а главное – бесплатно. Все желающие в течение дня могли обратиться в любую нотариальную контору и нотариальное бюро и получить консультацию специалистов сразу нескольких отраслей, которые рассматривали разные ситуации, объясняя все в подробностях. И благодаря такому подходу решить вопрос возможно намного быстрее и, самое главное, в одном месте. Традиционно к нам обращаются это оформление наследства, оформление завещаний, согласие на выезд детей за границу. И увеличилось количество обращений по вопросу удостоверения брачных договоров, соглашение о детях, соглашение о уплате алиментов. Акция эти очень популярна, всегда обращается много людей. Мы консультируем как тех, кто лично обратились, так это можно сделать и по телефону, и по вайберу, и по скайпу, как людям удобнее. Очень удобно для меня, по крайней мере, потому что когда-то раньше я обращалась в нотариальную контору, надо было там отсидеть достаточно долго, чтобы попасть на прием. А тут я пришла ко времени, без очереди, получила полностью ответы на все интересующие меня вопросы. Так что, если в дальнейшем будут такие акции проходить, то я буду ими пользоваться, если понадобится.